never begged for anything before in my life. Успокойся, когда вырву тебе кишки! Thank you.
Эрраки с грачами ждут сегодня нас. Недоумки! Откуда вы видите? Он побежал. Отсюда я попаду. Эрраки с грачами ждут сегодня. Thank you.
beggar. It's my leg, you see. I've been crippled since I was a... Рай, рада тебя видеть. Настали трудные времена, Фрай. День не закончился. Теперь не только на хлеб хватает, а? Примите участие во всех развлечениях большого города. Thank you.
Что-что? Черт возьми! Ну, давай. Нам предлагают выяснить, кто будет здесь хозяином. Мистер Клетус Стрейн и висельники вызывают банду грачей на бой за район Ламбет. Одолейте их, и район ваш. Осторожно, он садист. Сейчас.
Вас окружает ореол смерти. Не подходите! Увы, глупость в наше время стала практически повсеместна. А ведь в прошлый раз я забыл спросить, как вас зовут. Я Иви Фрай, мой брат Джейкоб. Скажите, верите ли вы в призраков? Да не то чтобы... Да. Я и сам скептик. Мы живем в самом цивилизованном городе мира. Но людей здесь по-прежнему настолько тянет к сверхъестественному, что они рискуют стать жертвами шарлатанов. Именно поэтому я вступил в клуб привидений. Это первое в мире общество с систематическим подходом к феномену. Ведь истину, как и призрака, нужно выманить. Лишь тогда она покажется. Хотите присоединиться? Но это абсолютнейший абсурд. Хочу. Я заинтригована. Отлично. Что ж, вот и первое дело. Нам поступили сообщения о серии нападений в Ламбите. Пострадавшие говорят, что это был демон, известный как Джек Прыгун. Уверен, он уже ищет новую жертву. Вы же найдете его. Блестят большие когти и смех. К счастью, его спугнули какие-то прохожие. Нужно что-то делать, пока он не Oh!
Попался. Раздавлю как насекомое. Следы когтей на стене? Попался. Отдаленный склад, куча охраны, внутри прячется псих в маске. Что за жизнь такая?
Thank you.